И всем привет, с вами Ростиксон. Я нищий. Всем нищекам, богачам привет. Как зародился этот YouTube канал? Начнем с супердалекого, с недавнего, или с просто самого начала? Лучше с самого начала. Мы с друзьями снимали приколы на этом канале. Это был 2019 год. Это был, как я сейчас помню, 9 класс. А сейчас я не в каком классе. То сейчас мне 21 год получается. То есть этому каналу, по сути, 5 лет. То есть я 5 лет как снимаю видосы. Я только сейчас это понял. В разной степени качества, скажем так. И тогда мы снимали приколы. Я помню один из приколов. Речка. Ну такая фиговая какая-то. И я подхожу к другу. Я говорю, а что ты здесь рыбачишь? Здесь плохая вода. А он говорит, не, все нормально, это на продажу. И вот такие мы видосики снимали. Это, конечно, не совсем, ну как сказать, конечно. Это не набирало просмотров, ну так скажем. Сейчас, я думаю, это имело какую-то перспективу. Ну вот нравилось, мы снимали так видосики по кайфу. И в какой-то момент мы разукрасили весь город граффити. Это было как-то, скажем так, опрометчивое решение. Ну, из которого мы вышли, скажем так, нормально. Там, что мы еще делали из интересного? 7-секундное видео, как кто-то поскальзывается на льду. То есть это было интересно. Мы там хотели какой-то снимать фильм, но ну, все немножко застопорилось. Я уже на канал, мы забросили. Что делать? Там эти видосы остались. Там даже какой-то видос набрал там больше 10 тысяч просмотров. Где я такой... По-моему, я себе бил в лоб кулаком, потому что было ЕГЭ. Возможно, поэтому у меня пробелы с памятью. И беды с башкой. Ладно. Чего? А, нет, стоп! У меня трусы улетают. Да вы угораете? Ладно. Я буду, знаете, как тот человек, который... К которому муха прилетела во время новостей. И он такой... вкусно. Ну нет, то есть, как бы... Я же потом просто подберу, оно же улетит недалеко. Главное, не забудем об этом. Так вот. Я тогда выигрываю футболку Binance. Прихожу домой и думаю, а почему, может, не сделать тогда видосик про обзор биржи Binance? Я считаю, я был жестким фанатом Binance. Не то чтобы сейчас я не фанат. У меня просто глубокое уважение к Binance. Тогда, может, я был прям реально фанат. Ну, не знаю. У меня было много BNB, да, все такого. Какое-то солнце. Ладно. И... А, нет. Еще перед этим такой... А, вот, я у всех друзей узнаю. Если раз мы снимаем видосы, не против, если я возьму этот канал. Буду на нем снимать видосики про криптовалюту. А еще до этого был прикол, что я в сообществе публиковал реферальные ссылки на крипту сначала. Потом подумал, что видосик крипту взять. Но для этого я подумал, у всех друзей спросил, вы не против, если этот канал будет у меня? Всего себе возьму. Сказали, не, без проблем. Я говорю, отлично, просто... Просто кайфик. И... Снял вот этот обзор биржи Binance. И, по-моему, с другом еще такое говорил. Это не... Так, сейчас я музыку получу. Включу. Что-то мне это не нравится. О, вот это кайфовое прям. Я так говорю... Я сам миллионером, благодаря этому каналу. Я просто буду продавать рекламу вот тут, вот так вот. Просто, я не знаю, ко мне очередь будет рекламодателей. И это при том, что у меня один видос на канале, где 1500 подписчиков или 1200, которые с приколов, и один видос криптовый, который я кинул всем одноклассникам, который я кинул в группах, которые, скажем так, не совсем связаны с криптой. И, скажем так, он отнесся к этому, мягко сказать, скептически. Я такой, не, ты увидишь, я буду продавать миллион реклам тут. Я на нем заработаю, на этом YouTube-канале. И я скажу так, некоторые его слова, я бы сказал, дали какую-то
То, что, да, мотивацию, наверное, как-то доказать обратное. И при том не словами, да, а делами. И, как бы это странно звучало. И тогда был на блокчейн лайфе и подумаю, а почему бы там не поспамить то, что продаю рекламу на YouTube-канале, пишите в ЛС. И это сработало. Биржа Big One за $40, по-моему, или 20, я не помню. Там одна была реклама за 20, другая за 40, или там 3 было, я уже не помню. Ну, короче, баксов. Ну, давайте скажем так, 20, окей. И мне покупают рекламу через 5 видосов. С таким микрофоном, где я в Кайнмастере монтировал это видео сам. При том, что у меня уже был тогда нормальный банк, мне просто было, типа, ну как нормальный? У меня был банк уже больше 1 000 000 рублей. Я просто хотел еще заработать на YouTube-канале. Я такой, я заработал? Еще с фиговым этажом, там с фиговым звуком. Я просто смотрю, тут на волоске висит майка, и она меня, ну, чуть-чуть не напрягает. Ну, уже не напрягает. Уже не напрягает. Так вот. Я продаю рекламу Big One. Потом я еще знакомый вкладывается в мем Coin, на котором делает там чуть ли не дофига иксов, и ему нужна реклама. Они ее покупают за $10, юху. То есть это была вообще вот первая реклама, она еще набирает 4000 просмотров. Чего? Ну тогда были мемы популярные, еще это был мем такой популярный, я один из первых сделал его. Ну все практически бесплатно сделал за 10 баксов. Он, конечно, потом минус 99% закинул, как все мемы. Но... бывает. И потом уже началась история, что... я сделал 174 видео про Gate.io, больше 20 про KuCoin Exchange, Binance Creators, Exmo, Bidye, Hobby, Bybit. В следующих сериях расскажу об этом. Потому что я уже потерялся в мыслях. Питер. Вы угораете, там мои трусы уже улетели. Так вот, напишите вопросы где-то в комментариях, может, у вас появятся. Скоро будет следующая часть, и как только я поймаю дзен какой-то, что сейчас планирую на горячие источники ехать. Да солнце на самом деле так греет. Вот, как-то так. Вайп имеется, как говорится. Лайк, подписка. В ТГ заходите, там пишу вообще о своих темках. Не забыл о ТГ. Не забыл о ТГ просто. Я каждый раз в Телеграме забываю упомянуть. Ну, с кем не бывает.